А ты свободный человек, правильно? Я предложил ей сесть. В смысле, она сидела здесь? Ты хочешь поиграть? А, или ты хочешь, чтобы она раздавала карты? Да, пусть раздаю. Ну хорошо, пусть раздаю. Ленивая раздача? Да? В смысле, они же раздали? Я могу и так, типа, мне все равно на самом деле. Не-не, поставь. Не надо. Видео идет, все, поехали. Хорошо, супер. Так. Дема, я вижу тебя в верхней. Достать, сейчас отключишь еще случайно. Не смотри на себя. Все, мы спим. Это сложно. Еще не спим. Когда так. Все видишь верхней. Всех приветствую, всем желаю хорошей, приятной игры. Победы сильнейшей команде. Ночь. Всем хорошей, приятной игры, победы сильнейшей команде Артас Минута. Доброе утро, Коракт. Я красный игрок. Интересная была прошлая игра. И очень интересная, эмоциональная. И очень поучительная. Да, уже после игры был разборник какой-то. Я из него очень много для себя понял. Я понял, как надо в таких ситуациях играть, как себя вести, кто все-таки с какой командой. В принципе, такой опыт, думаю, полезен очень всем, потому что, ну, это... Такая игра необычная, если она еще раз произойдет, то мы уже будем лучше знать, как действовать в таких ситуациях. Поэтому хочу пожелать в этой игре тоже эмоциональную, интересную игру. Пусть победит сильнейшая команда. Так что все. Спасибо, пас. Ведьмак. Смотрите. Один пока нейтральная речь. То есть я не могу сказать ваш цвет. Но я хочу продемонстрировать конкретно Джейку такую ситуацию. Выставляй игрока номер один. Один принято.
И я не буду агитировать игроков, тем более на 6-7 номере, выставить еще кого-то. Один сам решит, хочет он пилиться или не хочет пилиться. Если он решит, с кем он хочет пилиться, он скажет это 9-10 игроку. Если вы захотите с кем-то пилиться, скажите 10 игроку, она выставит. Вот таким образом надо делать, а не так, чтобы семерку агитировать, чтобы она выставила кого-то там третьего, и чтобы обязательно пилились с третьим игроком. Вот попробуйте выставить третьего, и я буду агитировать, чтобы заголосовали вас. Вот так. Теперь, это то, что по прошлой игре, раз уж вы говорили про прошлую игру. Я говорю то, что единица, пока вас оставляю за скобками, я хочу вас послушать. Если вы не захотите пилиться, без проблем, это не будет вам давать никакого цвета, вы просто покажете на пальце, с кем вы играете. Мне этого будет достаточно. Если вы захотите пилиться со мной, можно со мной пилиться, совершенно без проблем. Но это ваш летят. Циник. Да, прошлая игра была очень интересная. Только человек был прямо на поверхности совсем, но я участвую в три. Потому что... Один мог сказать такую речь за любой цвет, пока я цвет надаю. Два у меня, прям два нашел красным, два играю. Три прям тоже нашел красным, три играю. Играю два, три. Ну, три покраснел у меня. Два покраснел. У нас разные акценты, но мы... У нас теперь одинаковая команда. Два, три команда пока. Всем пока не играем. Можно надо послушать. 9, да. Загадочный 8-9. Ну, один, да, один, в принципе, можно не пилить, можно пилить, может какой-то пазл для вас. Ну, я не буду всякие спецэффекты. Ну, всем не проверять в игре пока. Просто на первую ночь, это точно. Шрифт, кто бы не был шрифт, всем не проверять. Еще два хорошо. 10 секунд. Может пилить, мы уже отказались, что это шрифт, причем по-красному. Хороший скал 8, да. Два я уже достаточно уверенно нашел. Время! Стоп! Тизель! Доброе утро, город. Смотрите, игрок номер один. Я слышал, как он прекрасно на первом номере говорит. Сейчас он говорил, во-первых, не выговорил всю речь. Эмоционал был не так уж не ахти. Это раз. Во-вторых, я вообще против того, чтобы в следующие игры тащить какие-то темы из прошлых игр. Каждая игра – это новая игра. И начинать особенно выбирать это как тему. Как тему для открытия стола, как-то не очень мне это нравится. Это говорит скорее, что человеку не о чем поговорить. Поэтому с один я пока не играю. Два поговорил хорошо, рассуждения ему понравились. Единственное, что он говорил, что вот семерки, что давайте семерка, не выставляйте тройку, но это скорее шутка. Вот. Два для меня сейчас самый красный игрок из поговоривших до меня. Выставление один мне подходит, а вот три просто повеселился, не понял. Кроме того, что он играет секунд. Два, я ничего не понял. Вот эти заигрывания с семеркой, 8-9, три со скобками, с одним не играю, играю только с двойкой. Это моя команда. Время, Бубка. Так, ну всем привет, я красный игрок. Если честно, так приятно сидеть и не волноваться. Но это такое. Первая речь мне не очень понравилась, потому что она была какой-то неуверенной, поэтому она у меня за скобками. Второй красный игрок и третий это пожидает, так что по речи второй краснее, чем два. Но третий краснее, чем два по эмоционалу, поэтому я буду играть и с двойкой, и тройкой. С четверкой не буду играть, потому что он выкинул тройку, хотя, как по мне, тройка сейчас самая красная именно по эмоционалу. Поэтому с четверкой я не буду играть, ну, только не по позиции, так, только по позиции с вами не буду играть, но эмоционал у вас хороший. Поэтому играю 2-3, единица за скобками, четверка за скобками по позиции, единица за скобками по эмоционалу, потому что речка это не сильно уверенная. Я красный игрок, ну, надо еще поговорить, показать эмоционал, все такое. 10 секунд. Ну, в принципе, я красный игрок, желаю всем хорошей игры, красной победы, красной удачи. Всем спасибо. Спасибо, батя. Не знаю, как вы игрок 3, я вас красным изначально не нашел. А я нашел. Циник первый фол. Вы для меня серый вместе с игроком номер 4, но 4 краснее, так как он дал анализ по первым трем игрокам. Я играю с 2, я один, я бы хотел послушать все-таки на попиле, потому что сказали вы очень мало. С кем пилить вы решаете сами, но послушать вас очень хочется. Почему я не играю с 4, хоть считаю его краснее, чем 3? Да. Мне... Так, секунду. 10 секунд. Я забыл аргументацию. Извините. А почему вы начали свою речь с 3? Ты на первый фол. Почему 3?
Вот к речи игрока номер два, который говорит, если вы сейчас выставите там тройку или кого-нибудь еще, я на ответ выставлю вас. А если я хочу выставить шестерку, то что мне делать? Вы хотите перейти шестеркой? А, да, выставляю игрока номер шесть. На шесть принято. Да, действительно, речь у шесть очень плохая. Потерял аргументацию по дороге, под столом где-то. Объединил 3-4, объединил необъединяемое. Значит, теперь по позиции. Играю 2-3-5. Значит, причем не против 4, потому что 4, то есть 4 говорит про 3, что он не понял его позицию по 3, то есть можно было его найти чисто эмоционально. Я думаю, чисто эмоционально 3 именно покраснее. 5 берет 3, 5 берет 2, тоже в моей команде. Сейчас моя команда 2, 3, 5. Причем 2, естественно, самый красный по позиции, 3 самый красный эмоционально. Не играю с 1 за скобками, не играю с 4, но не против. Абсолютно не играю 6. Спасибо, пас. Мирабель. Вот вы выставили игрока номер 6, потому что игрок номер 2 сказал. Игрок номер 2 начал там свою речь с того, что вообще игрок номер 1 решает, скажет игроку 9-10, там, с кем он хочет делиться. А в итоге почему-то игрок номер 2 решил, что один делится с именно 6. В общем, мне это вот не зашло совсем. Да, один не против делиться 6, ничего, никаких проблем, но инициатива исходила именно от игрока номер 2. То есть вот до речи, до выставления шестерки, я бы играла с игроками 2-4, скорее не против 3. Но я все-таки думаю, что между 3-4-5 черный один где-то есть. Причем 4 почему-то выкидывает 3. Ну ладно, мне 4 понравилось, я по эмоционалу, мне понравилось, что он играет с 2, 2 называет самым красным, это мне подходит, поэтому поиграю с 4. 5 команду такую не складывает, он играет 2-3, не с 4, поэтому 5 мне не подходит по позиции. В общем, мне кажется, что между 3-4-5 кто-то есть, возможно, это даже 4, с которым я пока играю. Но 4 мне пока нравится больше. Стоп, Тата. Доброе утро, город. Ну смотрите, я бы хотела подвести такой вот итог. Здесь есть опции для проверки шерифа, да? Допустим, игрок номер 2 играет против игрока номер 6. То есть в этой паре хороша проверка. Игрок номер 3 и 4, вы тоже не вместе, и в этой паре хороша проверка. Ну потому что вы как-то заподозревали игрока номер 3, и после этого с вами перестали играть другие игроки. Я не буду сейчас выставлять. Игрок номер один сказал, что он пилится же 6, вы не шериф. А вдруг вы снова шериф? Нет. Смотрите мне. Пойдете проверять куда-нибудь в никуда. Я просто для вас специально сделала такое обобщение, что очень интересно. Если он играет против вас, значит, а вы, допустим, красный. Ну, ладно. 10 секунд. У меня с Мирабелью не сходится позиция. Я поиграю, я вижу больше красными игрока 2-3. Наверное, 5. Вас... Время. Стоп. С. Всем доброе утро. Ну, речь игрока 1 мне не очень понравилась. Он говорит немножко по-другому за красных игроков. Он желает победы красным игрокам, а не просто сильнейшей команде, как он это сейчас сказал. Вот. Не знаю, речь игрока 2 показалась мне достаточно красной, так, навеселе. Поэтому, ну, я считаю его более в красную сторону. Еще мне понравилась речь игрока 4, хоть его многие и не берут в свою команду. Мне понравилось, мне казалось, что это было конструктивно, и как-то и по фактам, и... Это жестикуляция, как-то 7-8-9. И как бы и никого, и не гася. Вот. Речь игрока номер 5, ну, пока для меня это более серый игрок. Речь игрока 6 мне не понравилась, это было как-то очень неструктурировано. Игроки 4-5-6, жестикуляция говорящая. Речь игрока 7 мне понравилась, я буду с ним играть. Вот у игрока номер 8, как бы, вроде бы, хороший ход мысли, но что-то вот мне не понравилось, поэтому пока больше в черную сторону, и речь игрока номер 9 мне понравилось. Вот, спасибо, пас. Время. Стоп. Все игроки высказались, переходим к голосованию. Все без жестикуляции с данной секунды. Все игроки высказались, переходим к голосованию. На голосование были выставлены кандидатуры игроков под номерами 1-6, повторяю, 1-6, без жестикуляции. Бубка первый фол. Без жестикуляции с данной секунды. 1-6. Один. Кто против игрока номер один? Спасибо, 5. 5 рук отходит игроку номер 6. Перестрелка 1-6. Игрок Артас, прошу. Так, я, в принципе, согласен с аргументами против моей стороны, что я сказал мало, что сказал необычно, немного серым эмоционалом, но при этом я поговорил не так, как в прошлой игре. В прошлой игре был мафией, и моя речь изменилась. Ну, насчет того аргумента говорю госпоже С, что я сказал победы всем. Ну, это у меня просто от игры к игре, да, бывает, чаще я говорю победы мирным, но я бы
Я красный игрок, поэтому не притязайтесь к этому. Ну, действие. Это такое меняется у меня. Кто-то для меня черный, ну, 6 по речи. Пятерка, вот смотрите, для меня сейчас больше серия был черный. Батя, стоп. Для меня сейчас 6. У меня один сейчас очерняется своей речью. Он не поговорил ничего по столу, он просто все свои 30 секунд он оправдывался. По этой части стола, по которой я не мог поговорить. Номер 7 красная речь абсолютно. Как и номер 10. 5 секунд. 8-9. Пока мало аргументов. На подъем. Время. Все игроки высказались. Переголосование между игроками. 1-6. 1-6. Без жестикуляции. Поехали. Кто против игрока номер 1? Спасибо. 6 голосов. 4 голоса шестому игроку. Арта заключительная. За что? Не знаю, но я красный. Я мафия, стреляем 3, 3 признался шерифом. Второй фол ведьмак. Ё-моё. Понятно за что. А, ладно. А кто тогда с ним еще в команде? Может быть, с ведьмаком? 6. Круто. Наверное, ты бы не говорил так, если бы он реально в команде. Ну, не. Верить мафии себя не уважать. Ну, ладно. Кто для меня сейчас мафия? Так, не понравился. 2-5, может быть. Хотя нет, 5 может быть. Я сказал, что мне 5 не очень понравился, поэтому вряд ли тогда сейчас бы меня выгонял ведьмак. Это будет подозрение на 5, но я не знаю. По речи мне очень понравились 4-10. Ну, функционал, но это не больше серый для меня. Для меня самые красные, это, наверное, 3-9. 3-7-9. Мне очень понравились речи команды, которые они берут. 10 секунд. Могу что еще сказать, не знаю. Спасибо, пас. Провожаем игрока номер 1. В городе ночь. Циник, 20 секунд, лучший ход. Два, шесть, восемь. 2-6-8 принято. Утро, циник крайнее. Ну, вот я же сказать по-тельевски, как бы, согласно шлифу по нулю красному игроку, это, во-первых, все попытка. Ну, два сломал, два часа уходит. Шесть примерно черный, шесть уходит потом. У вас точно угадайка. А вот кто на угадайке будет, я не знаю, я... Восемь, как бы, я не знаю, кто это, черный, бессмысленно. Ну, два уходит точно, шесть повернется, черный уходит точно. У вас угадайка 100%. А вот еще там будет угадайки, как бы, это вот уже без меня. Я получу подозрение, например, 4-8, как бы, там я не знаю. Думаю, 9 красное, так у меня чувство. Думаю, 5 красное чувство. Это чисто мои цвета 5 и 9 красные. А карты у них не играете. Возьмите себе, думаю, после 2-6 заберите 8, просто чтобы не было проще. Заберите 8, просто баллон расшировать, заберите 8. Если закончите, дальше разберите. Просто прошу, заберите, как бы. У вас же шериф мертвого. Заберите 2-6-8. Сначала 2, просто. 10 секунд. Потом 6. В общем, 2, потому что балла мало. 6 человек приехали, меня попал почву. 6, сначала 2. Время. Покиньте игровой стол. День начинает игрок номер 2, ведьмак, прошу. Выставляю 6. 6 принято. Я шериф. 6 черная проверка. Двойная черная проверка. Почему 3 агитирует, чтобы ушел 2, непроверенный игрок? Когда у меня... Я ломаю в 1. Отлично, я ломаю в 1. Уходит за слом только в том случае, я могу уйти за слом, только в том случае, если у него нет черной проверки. Но у него есть черная проверка. Теперь 3. Мне, шерифу, вскрывается, что он шериф. По нулю. 1.
не игровой момент, я слышу его ночью, поэтому я ломаю в него. Один черный точно ушел, второй черный ушел, у меня только 6 и игра выиграна. Поэтому сейчас уходит только 6, о чем вы можете подумать? Уходит только 6. Двойная черная проверка. Хотите, я не буду вскрываться шерифом. Вот у вас есть шериф, вам дал черного. Я неизвестный для вас игрок. 6 точно черный игрок. Уходит только 6. Я не понимаю вот этой речи, чтобы уходил только 2. Все, город, мы выиграли игру, поэтому мы сейчас забираем 6. Так, ну смотрите, выставляю игрока номер 6. Действительно, ну 2 пусть посидит. 6 точно черная проверка, но 2 черный. И хорошо, что 6 проверили, потому что я сижу и думаю, зачем 2 агитировал выставить 6, зачем пилили 1-6, зачем этот был слом, если, допустим, если черный сломал 1, значит 6 должен быть красным. То есть прекрасно, что 6 проверили. 6-2, 2 черных уже нашлись. Действительно, пусть 6 уходит, он проверен. 6 по проверкам, черный, 2 по игре черный. Пусть посидит, он хочет посидеть, уважен. Пусть посидит 6, потом уйдет 2. И я не понял вообще, то есть, конечно, вам виднее, зачем вы так сыграли. Но я смотрю, во-первых, 4 не может быть черным, потому что я смотрю, 3 сидит и все время смотрит на 2, они просто вместе играют. Если я был бы черный, я бы не мог взять двойку и выкинуть тройку, сказать, что тройка не красный игрок, потому что он сидит по маркерам, он играет они вместе. И, то есть, если я выкинул тройку, то я 100% прав. Стоп, кубка. Так, ну, я считаю двойку черным, считаю шестерку черным, считаю тройку комиссаром. Хочу играть, ну, хоть он дал, что восьмерка черная, но как по мне, семерка более черная, чем восьмерка, потому что вы просто повторили мою речь. Ну, вы по факту повторили то, что я сказал, поэтому я вас считаю сейчас самым черным за столе. Нет, ну, пока что у нас есть, типа, шестерка, есть двойка, я у вас пока не играю, пока что, но... Как по мне, вы самый черный за столом. И, ну, я доверяю тройке, поэтому хочу играть с девяткой. Вы хотите играть со мной? Да, нет. Ну, в принципе, я свою позицию сказал уже, так что, как по мне, восьмерка красивее, чем семерка, потому что семерка, как по мне, просто повторила мою речь. И я считаю, если шестерка двойка, семерка красная, почему? Батя? Выставляю 6. Мне нет смысла сейчас делать какое-то контрвыставление. Что-то еще. Ладно, выставляю 2. 2 принято. 2 играет в меня, я сыграю в 2. Хорошо. Я не буду ничего говорить, чтобы больше ничего не сказать. Все. Играйте в меня спокойно. Я уйду. Кто черный? Кто черный? 8 черных. Почему? Потому что я черный, я с ней играю. Я с ней по нулю не поиграл, а сейчас играю. Все. Все. 10 секунд. Я потом на прощальный поговорю. Спас. Джейк. Доброе утро, город. Выставляю 2, выставляю 6. Значит, смотрите, господин Дизель, дело в том, вы не поняли, почему 3 проверил 6. Ну, как бы вы не поняли этот аргумент, я вам объясню. Чтобы легче было состреляться с кем-то. То есть 6 говорит плохие речи. 6 говорит плохие речи. Гораздо легче его просто выкинуть из-за стола. И продолжать состреливаться с кем-то за столом. Вот и все. Вот вам и причина. Играю 4, играю 5. Да, въезд потому что вы в меня въехали, потому что я повторил речь, на самом деле это не совсем так. Я выставил 6, посчитал речи 6 раз по черне. Но смотрите, дело в том, что и 4 поговорил средний, я сказал не против 4, хотя 4 вы выкинули. Так что наша речь не... Короче, сначала уходит 6, потом уходит 2, на счет 8, 9, 10. 10, в принципе, сказал неплохую речь. 8 на своей речи сказала, что почему инициатива шла 2. Вот именно по той самой причине. Время! Мирабель. Ну вот, я не дослушала, по какой причине. Потому что я просто не успела перестроиться. Именно эта инициатива выставить именно 6.
шла от 2, поэтому до вот этого всего я бы играла с 2. Тут у меня получалось, что 2 получается чернее, а с кем тогда играть я не успела до этого додумать. И теперь я думаю, что никто не рассматривает версию, что 2 шире. Так что объяснять тут нет смысла. Но в любом случае уходит 6, потом уходит 2. Кстати, все, кто это говорит, те даже не рассматривают вариант, что 6 поднимается со стола и игра заканчивается. То есть уже понятно, что 2 ни для кого не шире. Теперь кто третий черный, а я не знаю, потому что у меня 4-5 теперь скорее красные. 9 все называют красным. У меня остается между 7-10. Тоже сказать, что 5-7 разоцвет не надо мне тут. Тут 5, вы говорите, что 7 повторил за вами речь. Вот я этого не заметила. Я не говорю, что он черный, не буду с ним играть, просто это второй подумает. Фолбука. Вспомнила, чем мне 5 не понравилось, я подняла. Время. Дата. Забрала пробора. Мне вообще речь игрока номер 2 и вообще все ваши мувы очень понравились. Но это не значит, что вы красный игрок. Я хочу сказать, это прекрасная черная игра. Мне тогда понравилось, да, помните, вы здесь, вы такое там несли классное. Ну, в смысле, такую несли. И я такая сижу, а я была шерифом, да. Я сижу как, ведь кто-то же ему поверит, как, вот надо больше наговорить, наговорить всяких вещей. Сейчас еще тоже хорошо поговорю, мне нравится. Но. Соля игрока номер 6. Сначала мы берем игрока номер 6, потому что вы все-таки черная проверка. А вдруг ведьмак нечаянно, будучи шерифом, нечаянно сломал игрока номер 1. Ну, а что? Нельзя на такое рассмотреть? Две версии играем. Вот убьете меня, не убивайте тогда меня. Я поиграю с вами. 8? Угу. Убейте 8, она умная. Угу. Она разберется, если что. 10 секунд. И что, нельзя две версии, да, рассматривать? Сейчас вы будете говорить. Он крикнул отстрел и все стрелили. Первый фол, S. У нас какой-то слив игры происходит, вам так не кажется? Как-то все запутано и как-то, типа, я красный, мне все равно, кого вы там стреляете. Короче, это все очень странно, и моя команда остается такой же. Играю 4, играю 7. Я не знаю, что еще сказать, но мне кажется, что все равно больше в черную сторону, больше восьмерка. Я не знаю почему, но вот мне так кажется. Короче, вы там сами, короче, разбираетесь, я думаю, очень хорошо, поэтому спасибо, Пас. Все игроки выискались, переходим к голосованию без жестикуляции с данной секунды. Выставлены игроки 6-2, 6-2, поехали. Против игрока номер 6. Спасибо, 7 голосов. Голос игроку номер 2, батя крайняя. Почему я должен сказать, что стреляется 8? 8 со мной черная, 8 посиди. Стреляется 10. Стреляется 10. Почему 8? Почему 8? Стреляется 10. Спасибо, пас. Переходим. Попрощаемся с игроком номер 6 в городе Ночь. Госпожа Мирабель, крайняя. А что меня застрелили? Меня все черные называли. В общем, сейчас 2 уходит. Тата, вы рассматриваете всерьез версию, что 2 может быть шерифом? Ну, нет? Тата, первый фол. В общем, 2 сейчас уходит. А теперь... Последний черный, я даже не знаю, кого завещать, потому что 9 сейчас такую речь сказала, что я думаю, что неужели 2-9 вместе черные.
19, то тогда, ну... Для меня 4, наверное, остается самым красным за столом. 10 секунд. Так что... А, вы красная проверка у 2? У 3? Премя, спасибо. Провожаем игрокам номер 8. День открывает дизель, минута. Доброе утро, Хород. Выставляю игрока номер 2. 2 принято. Притом объясняю Тате, что если вы сейчас будете альтернативную версию играть, то вы будете следующий на удаление после двойки. Рассматривать версию, что 2 может быть шерифом, когда шерифа номер 3 застрелили, он кричал, стреляйте 3, я нашел шерифа, он мне вскрылся, стреляем 3, 3 застрелились, застрелился, вы рассматриваете версию, где 2 может быть шерифом. То есть, если вы сейчас играете с игроком номер 2, то вы следующий кандидат на удаление. Вот, сейчас уходит 2, как самый черный игрок. Вот, 8, да, странно, что 8 застрелили. Я даже, знаете, я даже заподозревал, что на нее отстрел кричали, шестерка говорит, не будем стрелять, 8, она черная. Думаю, сейчас пусть она сидит, думаю, отмазывает черную, кричит на нее черную. 10 секунд. Подумали, что на красную. То есть, восьмерку как-то было... не очень хорошо стрелять. Но сейчас в итоге по-любому уходит игрок номер 2. Время. А мы сейчас продолжаем. Стоп, Бубка. Ну, я считаю, что восьмерку стрельнули, потому что она поиграла с четверкой и мной. Я поиграл с восьмеркой, поэтому ее стрельнули. Поэтому раз ее стрельнули, она поиграла с нами, вы для меня окрасняетесь. Я буду играть с вами. Ну, я тоже вот этого вот не понял про двойку. Ну, то, что госпожа Тата говорила. Но я заметил вот такую вот штуку. Десятка сказала, ну, мягко говоря, плохую речь, но шестерка, типа, все равно начал казать, нет, и стреляйте десятку. Хотя у нее плохая речь, и, типа, зачем ее стрелять, вот это не было. Мне кажется, он вот таким вот ходом ее неко защитил. Поэтому, как по мне, ну, я ее еще послушаю, но, как по мне, у нас сейчас самая черная за столом. Играю с четверкой и послушаю сейчас семерку и девятку. Ну, выходит двойка, выставляю игрок номер 2. Вот как-то так, наверное. 10 секунд. Спасибо, пас. Джейк. Доброе утро, город. Я обращусь... А, сейчас нельзя. Я просто смотрел туда в сторону, и показалось, что там сидит госпожа Джессика. Это, оказывается, господин Цинин. Это вам не на пользу. Не важно. В любом случае, за столом у меня сейчас 4-5 покраснее, чем 9 и 10. 4 красный был для всего стола, я играл с ним с самого начала, мне кажется, он очень красный. Хотя нет, самого нуля нет, потому что вы выкинули тройку. В принципе, это нормально. 5, я вижу, что вы почти отцепились от меня, это хорошо, я с вами играю. 9, я ее подозреваю даже не за последнюю речь, а за то, что когда я просил, попили, пожалуйста, 2-6, выставь, пожалуйста, 2, она этого не захотела сделать, причем 2 это, кстати, предлагала делать. Поэтому, может быть, она просто побоялась, что может быть какой-то слом, поэтому она у меня почернее. 10, действительно, речь была не очень, а ваш аргумент игрок номер 5 по игроку номер 6, да нет, он просто хотел запутать. В общем, 9-10 у меня сейчас почернее, чем 4-5. Время. Стоп. Тата. Я не сомневаюсь, что сейчас уходит игрок номер 2. Смотрите, я могу ошибаться, и тогда я буду сидеть на угадайке. А я не хочу, потому что я не разобралась. Пусть будет дизель красный. Пусть будет игрок номер 5 красный, потому что шериф его завещал красный. Смотрите, я по вашим предложениям не обязана выставлять игрока номер 2, потому что игрок номер 1 думал пилиться шестеркой. Это одно дело. А второе, а почему вы на подъем показывали до того, как шестерка поговорит? Вот это вот мне было, шестерка не говорила. А вдруг он шериф? У него такие речи шерифские, мама дорогая. А вы на подъем показываете. Смотрите, я буду думать. Вы лучше меня убивайте. Знаете, почему я живу эту ночь? Потому что я поговорила плохо на прошлой. Но я не хочу уже. А если бы я не сказала про вторую версию, сразу время. Жить хочу. С. Не, ну типа, я плохо говорю, меня никто не слушает. Я начинала говорить прошлую речь, и все там что-то начали переговариваться. Меня никто не послушал, грубо говоря. Я что-то хотела сказать. А, я думала насчет восьмерки, что она черная, и, скорее всего, это мог быть как самострел, потому что игрок номер 6 как бы очень много раз сказал про то, что вот она со мной в команде, она тоже черная,
И получается, уже есть как бы типа, ну, тройка, и чтобы было легче. Не знаю, я так думала, но я запуталась. Ну, в общем, я красный игрок, проверять уже нечем, но хотите, стреляйте в меня. Не знаю. Спасибо. Ведьмак. Нет, вас уже шестерка пытался назначить на отстрел, не отстрелили. Но вот теперь у вас город будет параноид, поэтому вы останетесь за столом. Девятка, вы вот просматриваете вторую версию, вас будет город оставлять за столом. Вот семерка в разноцвете с пятеркой, поэтому вполне... В разноцвете, все хорошо. Дизель, вас сейчас все равно убьют. Вы оставите свое завещание. Не забывайте, что тройка сказал, девятка, красный игрок. Вам тройка сказал это? Сказал. Все, без проблем. Вы на своей речи, на своей смертельной речи скажете все, что вы хотите. Сейчас вас убьют. Видите, из-за этого пятерка для вас должен сразу краситься. Он помнит, что тройка сказал, что девятка красный игрок. Вы играете по завещаниям. Вы оставите свое завещание. Тройка оставил свое завещание. Эти завещания, если будут конфликтовать, то прислушаются больше к вашему завещанию. Вы остаетесь последним. Ну, из тех, которые вы будете убиты. 10 секунд. Не, я еще сейчас минуту поговорю, я сейчас буду уходить, вы так просто от меня не отделаетесь. Время. Ведьмак заключительное. Вот, теперь слушайте, я даже не буду говорить вам отстрел. Почему не буду говорить отстрел? Два мафа покидают стол. Я могу сейчас типа окраснить свою мапу и сказать, стреляйте 4, а 4 не застрелится. На самом деле 4 застрелится, 4 это красный игрок. Вот. И вы тем самым никак не сможете очерниться или кратиться, потому что, будучи вы красным игроком, вас не застрелит мап. Или будучи черным, и вы не застрелитесь сами. Это ничего не дает городу. Тата, вы внимательно меня слушаете, правильно? Вот. Дизель, вы на своей прощальной речи оставите завещание. Обязательно оставите завещание. 5 красный игрок. Отлично. Он помнит, что 3 сказал, что 9 красный. Поэтому вы рассматриваете такую версию. 6 вам сказал, что стреляется 10, правильно? Он окраснил 10 или очернил 10. Как хотите, рассматривайте. 7 вообще вне замесов. 7 вы убираете сразу всеми тремя руками, потому что он 5 в разноцвете, а 5 для вас красный. Я постарался выдать все, что я мог выдать. Весь этот бред, надеюсь, вы запомнили. Сможете повторить на своей речи, только в сконцентрированном виде, чтобы еще могли сказать свою речь в дополнение к моей речи. Я как смог, рассказал городу. Спасибо. Все. Покиньте игровой стол. Ночь. Ради утра. Господин Бубка, крайняя. Ну да. Ну, я считаю. Ну, я считаю, что в этих ситуациях нужно играть по завещанию. Девятка, как по мне, красная. Ну, потому что тройка говорила про то, что она красная, и я считаю, что ее нужно оставлять силен. Четверка для всех красная. И как по мне, можно вообще сейчас поднять семерку, десятку и обоих, но, ну, типа, я не знаю даже. Нужно назвать лучший ход. Нет, но я все равно назову. Наверное, семерка черная больше для меня. Почему? Ну, вот так. Ну, это тут дошло до угадайки. Всем спасибо. Прощаемся с игроком номер 5. Я записал. День начинает игрок номер 7, Джейк Минута. Доброе утро, город. Выставляю 9, выставляю 10. 9 принято. Смотрите, сам я красный игрок, я думаю, что нужно разбираться между 9 и 10. Несмотря на завещание господина Бубки, я пытался, чтобы он от меня отлез, но все равно нет. Неважно. Господин Дизель меня считает красным, сам я свой цвет знаю. Я думаю, что нужно разбираться 9 и 10, и пилить 9 и 10. Значит, 9, то, что вы говорите, вы не обязаны выставлять игрока номер 2 на голосование. И, кстати, вы спрашиваете меня, почему вы говорите на подъем, на подъем, на подъем? Так весь город захотел ставить на подъем. 6, там один, там 2 черных, один черный игрок. 6 поговорил плохо. Даль,
все равно два захотел. То есть два, для чего он сделал это? Для чего он попытался выкинуть шесть? Для того, чтобы можно было сострелиться с кем-то из игроков, я думаю, четыре красные, с кем-то из игроков 9-10. Скорее 10, но я хочу, чтобы 10 было 9 и 10. Выставляю 9, выставляю 10 на голосование. Сейчас будем слушать речи. Пожалуйста, скажите хорошую речь. Дата. Вставляю игрока номер 7. 7 принято. Я вообще за то, чтобы уходил 1-1. Я против того, чтобы пилить, потому что я игрок красный. А если вы сейчас... Я не разобралась. Допустим, вы красный, да? Я красный. Если вы сейчас поднимаете, а если она красный? С кем? С кем? Смотрите, я вижу вас красным, я вижу 9 красным. Восьмерка между 5 и 7 был разноцвет. Это двойка говорила. Короче, я не знаю. Я забыла. Так, что у нас было в завещании? Он назвал вас черным игроком, пятерка назвала вас черным игроком. Ну, подозрительным игроком. Пятерка, красный игрок. Называл господин Дизель. 10 секунд. Сказал, что семерка чернее. Ну хорошо, ну смотрите, я буду играть вот так вот. Я не знаю, что... Время С. А зачем играть по завещанию игрока номер 2, если мы как бы знаем, что это черный игрок? И давайте поднимем двух игроков, которые самые более подозрительные, и тогда будет, ну, проигрыш города. Я считаю, что вы мафия, поэтому я выставляю игрока номер 9, потому что это очень странно, что вы играете по завещанию игрока номер 2, прислушиваетесь к нему, и сейчас вообще еще не разобрались, хотя как бы уже всегда понятно. Спасибо, пас. Дизель. Так, выставляю игрока номер 10, но 10 это еще принято. Не окончательно, я сейчас быстренько думаю. Во-первых, к завещанию ни двойки, ни тройки нельзя прислушиваться, говорят три, то есть на этом акцентировали внимание 2 и 5, что тройка говорила, что 9 красная. Ну так тройка говорила, что 8 черная, а 8 красная. Так что это, к этому завещанию можно не прислушиваться, к завещанию пятерки и двойки тоже можно не прислушиваться. Я сейчас пытаюсь, я хочу точно пилить 9, но я еще не определился 7-10. То есть 10, кто вы считаете его черным? 9, а вы тоже считаете 9. А кого пилить? 9-10? Хорошо. Как мы это сделаем? Быстренько. 10 секунд. 5-7 голосует в 9, 9-10 голосует в 10. Время. Все игроки выскались. Переходим к голосованию. Между Джейк первый фол, без жестикуляции с данной секунды. На голосование Джейк второй фол, без жестикуляции. На голосование выставлены игроки 9-7-10. Повторяю, 9-7-10. Поехали. Против игрока номер 9. Спасибо, 2 голоса. Против игрока номер 7. Спасибо, нет рук. Против игрока номер 10, оставшиеся 2 голоса. Перестрелка 9-10. Тата 30 секунд. Если игрок номер 10 поставил себя. Ну вот, окончание игры решили вы, да? Игрок номер 9. Вы печет. Да мало ли что бывает, хорошо посидел. Я не разобралась. Смотри, 10 секунд. Играет против меня, 7 играет против меня, но я игрок. У вас время. Понимаете? Да-да. А, не важно. С. Я могу встать, я голосовала за себя, потому что у нас попил, и я могу встать, я знаю, что игра продолжится, потому что я красный игрок. И как бы... Либо мы поднимаемся вдвоем, и тогда игра заканчивается. Это будет, ну, честно, я считаю. Поэтому... Спасибо, пас. Спасибо. Переголосование. 9-10. Повторяю, 9-10. Переголосование. Против игрока номер 9. Спасибо, 3 голоса. 1 голос игроку номер 10. Печально. Дата крайняя. Слушайте, знаете, что я сейчас сделала? Я вам спасла, может быть, красного игрока. Он красный. Семчук. Не, ну я правильно играла. Господин Дизель, это ваша игра. Это вы сделали ее. Я, в общем, тогда я с собой довольна. А что, я спасла красного игрока? Прикинь, а? Я спасла красного... Добавь мне, я спасла красного игрока.
Вот смотрите, давайте подумаем про речи, да? Вот я говорила, что игрок номер 7, дайте мне больше, чем минуту, я хочу говорить. Игрок номер 7 поднимал игрока номер 1 и 6. 6 они поднимали, правильно он сказал? Он, наверное, там наговорил всякой ерунды, да, на договорке, и застрелиться невозможно. Я сказала, ну, уже, может, признавайтесь, да? Видите, вот из-за этого. А он сам так и сказал. То есть, как бы вы были абсолютно правы. Хорошо говорить правду. А что вы меня подозреваете? Что я сказала, что ведьмак хорошо поговорил, а он же это, время. У меня больше, чем минут. Обычно бывает. Мне же надо как-то с ним контакт поддерживать. Он владелец клуба, мало ли, у меня там всякие бонусы. Я после первого голосования понял, что... Там легко можно, вы не должны были все ставить, там 9, когда 4-7 уже проголосовали в 9, Тата, ты сказала черный 7, смотри, 9-10 просто вместе с 7 голосуют. Игрок номер 4 решил. Так 9, так смотри, ты решаешь с кем вставать. Ты решаешь с кем вставать. Ты можешь стрельнуть любого, все, тут победа черная. Просто закончи игру и все. Хорошо, прощаемся с игроком номер 9, ночь. Охоту выходит мастер. Мастер проходит по игроку под номерами. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. В городе утро. Дизель крайняя. Да я понял, короче, после первого голосования, по голосованию я понял, что 7 чёрт. У меня было подозрение, потому что когда 7... Вот, это... Да, ну еще в самом начале, когда 7 по просьбе 2 выставил 6, были, ну да, по просьбе, хотя было заявлено, что один выставит, с кем он двигается, один согласился, но тогда у меня уже легкое подозрение. Но вы все-таки у меня как-то вышли менее подозрительным, чем девятка, которая откровенно говорит, ну а что, вот я так хочу, я художник, я гопник, я... Понимаете? Ну, то есть, как бы, в сравнении черноты, вы у меня менее черный, хотя я вас подозреваю. Если я профукал, то я профукал. Я думал до последнего, кого пилить. Время. Стоп-игра, победа черных. Черная команда, 2-6-7. Дон 2, шериф 3. А я тебе верила!